Видео будет про селективность этих автоматов. Я сделал электрошиток. Слушай, это ИСВО, а B16 манисит, ИСВО B16, C3 с дивом. Вот у меня стоит C25 ампер. Усеешь, ну типа такой. Нормал, шитос автомат, там и C25. Šitēl tīpā labs automāts, nu Schneider labs automāts. Tako automātu mēs nekroši stāīt na narūži učastka, kde elektro etat šočik. Tom būdīt idiot alumīnijai provod 10 kvadrātu, eto pod polom u doma i potom ja būdu dēlēt razvītnēt такое подключение звездочка и 2,5 квадрата и на розетке. И в розетке я буду вставлять вот такие плавки предохранители. Весьма тури 5 дзисус. Короче, значит, 4 дзисус. Розетаем, я. А я говорю, 10 амперс. Ну, вай, мазак, трошка, это цилиндрики. Стеклянный фьюз, это так называется, короче, дешевый, да, и в каждой розетке внутри буду ставить 10 ампер и 8, еще отдельно будет у меня такие 3 ампера, 2 ампера фьюзики. И почему вот я ставлю такой и вместо вот, например, таких B10 автоматов, почему я выбрал этот стеклянный фьюз? Все потому, что тут я делал, короче, тесты, делал B6 амперс, 10-ник B, то есть яодика C13, C25, то есть такая ман 1, 2, 3, там, блядь, ко ман иссита, а ман, короче, я... Короче, иссита 1, 2, 3, 4, 6, иссита висса. Блядь, шай тар иссит, там скат корт. Да я гала на висс исс. 1, 2, 3. Ага. Все, блядь. Иситас. Ха. Нау. Трошно это иситас, он... Короче, виспар, респект. Дзирстас, бат, не бей. Он, не знаю, что там следим, короче, не настрадал. Ну, а шит цир 0,5 амперс. Шит целая до зису, он... Вот. Это слабс результат. Короче, в причине... в токе короткого замыкания. Поставил я очень много вот таких автоматов в очередь, да, и делал короткое замыкание, и короткое замыкание выбивало все, в принципе, все автоматы, ну, 40-й тут в этом помещении не выбивало, не выбивало 40-й автомат, да. У меня тут стоит вот такой плавкий предохранитель, не только не 10 ампер, а 32 ампер, га-га, ну, наружу тут, в цеху, в счетчике. Короче, да, эти плавки предохранители на коротком замыкании не выбивало. Фишка в коротком замыкании, то, что идет у этих автоматов, идет там, ну, тут идет больше, где-то 300 ампер. Ну, я так предполагаю, что эта цифра такая огромная. Потому что вот, выбивает даже C25 автомат. И вставлял я B6 ампер впереди. И тоже пробивало. Есть только один сценарий, когда у меня не пробивало этот C25. Тут у меня стоит... C20 это тоже, короче, пробивало. Да.
Получается только один сценарий, когда этот автомат не пробьет, это использование этих плавких предохранителей стеклянных по характеристикам. Тут у меня 10 там, ну тут вообще стоит 2 ампера, ну я испытывал 10 ампер, короче, да, и по характеристикам они где-то похожи на этот Гага, но это держится больше, чем вот этот плавится быстрее. Tā 10 ampēri šeit. Jā, šeit man ir tā B10, C13, B40, C40 un B16. Šeit man ir C20. Paši veseli čupa drošinātāji. Tā, tagad man vats ir un tagad tieši var karoči redzēt. 1, 2, 3. Šitas nostrādāja fjūs, laikam izdeg šitas. Tā, bļaļ, izsita. B10, C3, 13, šitie divas nesit, un es šito. Un šito arī izsita C20. Tātad. Jo pieslēdz 2 10 ampēru drošinā, tad šeit ir viens un šeit ir otrs. Viens, divi, trīs. C25 neizsita. Drošinā tas it kā vesels. Tā šita nevar apstīties. Šitas... Tā, pastīsies. Šeit izsita C20 stiklāņi. Nu, viņi kārsta tipu viņih bistrī srabatavanījā. Viņi ne tak stojki. Nu, tūt nav viena charakteristiki u etava, da nu, srabatavanījā. Kroči, vidēržavēt etat minče tok, da etat gaga, un vidēržavēt gaga, un vidēržavēt kroči, garazda bolši. И тут вольтаж 380, ну, он, короче, мощнее. Прикол в том, что получается, что этот предохранитель, он препятствует к наращиванию тока короткого замыкания и не выключает вот последовательно эти большие автоматы. Ну, десятка сработает, да, но вот 25, C25 на 10 ампер, тут, если десятка, то этот, короче, не сработает, C25. А C20 автомат, ну, точно такой, он сработает, если тут будет 10 ампер. Если тут поставить 8 ампер у этого плавкого, то у меня этот C20 ампер не срабатывал. А срабатывали, ну, все, которые маленькие. C13 у меня был на тесте, поставлю видео. Сделал очень много этих тестов. Расходовал каких-то 10 этих плавких предохранителей, даже больше, да, ну, чтобы понять, как эта схема работает. И вот комбинация автомат с плавким предохранителем на 8-10 ампер, да, дает гарантированную у меня эту селективность. Да. Селективность в том, что при перегрузке сработает этот, а этот не сработает. А теперь, фу, да, без этого плавкого предохранителя, да, только с этим автоматом, если тут будет стоять 6 ампер, то выбьет все автоматы в очереди. Ну, 40-й меня еще тут не выбивало, да, ну. Но это, короче, зависит от электросетях, какой там у них там трансформатор и какой ток короткого замыкания у электросетях, да, в котором тут, ну, там подстанции, там, короче, да, эту цифру надо измерять, да, ну, тут у меня он получается где-то выше 200 ампер, где-то 300 ампер в этом помещении. Там у меня стоял C32, ну, в доме, да,
Стоял автомат C32 и выбило C32, C25 и еще C25 на счетчике. Еще 16. Короче, выбило всех автоматов при токе короткого замыкания. Вот. Ну и поэтому я буду ставить в розетке 8-10 ампер плавки предохранитель. Потому что, ну, я сам тут впоследствии экспериментов обнаружил, да, что этот, наверное, он больше где-то 10 ампер, этот 100 ампер тут больше не проходит короткого замыкания. Ну, может где-то до 150. Вот 8 ампер у меня стабильно срабатывал, и C20 не выбивало. Это, в принципе, я тоже ставил 0,5 ампер. Эти у меня 2 амперные. Вставлял я 0,5 и делал тест на короткое замыкание. И вообще на проводах вообще никаких искр не было. Провода вообще не искрили. Когда 0,5 ампер предохранитель... спортился. Это означает то, что ток короткого замыкания, например, у 0,5 ампер, он вообще очень-очень маленький. И это мне нравится, что нет искр, по проводам идет очень маленький ток, когда срабатывает предохранитель, да. И такого эффекта от этих автоматических не можно добиться. Можно сделать эту селективность, и она реально работает. А на этих автоматах сделать селективность, но тут надо не срабатывать. Вот 16-40 ампер у меня тут в цеху. Получается только селективность. Вот один из этих номиналов B10 или B13 с 40-амперным. Может быть, это потому, что у меня там в щитке стоит такой 32-амперный предохранитель. Такие эксперименты делал и пришел, да, к такому выводу. Потому что я не хочу... Если меня пробьет розетка, сработает предохранитель розетки или где-то будет короткое замыкание какого-то прибора, я не хочу, чтобы выключился в одной автомат дому, да, это C25, и надо, чтобы при срабатывании не выключался вот самый главный автомат, а сработала локальная линия, и поэтому буду ставить эти маленькие предохранители плавки, и они, короче, дешевые. Это получается, сам предохранитель я купил тут в магазине за 8 центов. Эту подставку на Алике чуп убрал, получается где-то 20 центов. Ну, короче, комплект 30 центов, да, а такой автомат 2,5 евро. Шнайдеровский B10, который можно было бы ставить вместо этого, да, ну, на в линии розетки. Это получается сколько там, 8 раз дешевле, намного раз дешевле. И я посчитал, у меня на, короче, будет где-то 44 эти розетки, да, и надо будет ставить 44 такие предохранители, и в деньгах это, ну, где-то 16 евро, короче, сумма небольшая, да. Если покупать такие 44, то там будет где-то более 100 евро, короче, будет большая цифра. Плюс эти надо ставить тогда тут, нужно делать отдельную такую коробку, щиток, да, на конце, и на каждом проводе ставить этот B10 автомат. Ну, я хотел на каждую розетку, чтобы в розетку, ну, надо было бы проводить еще один провод, чтобы сделать так, чтобы в каждой розетке был свой предохранитель. Надо отдельно провод подключать к этой точке. У меня только есть один провод к больше розетками, поэтому, в принципе, нет вариантов. Я могу только запихнуть вот такой маленький предохранитель в розетке. И тогда мне тут не надо делать какой-то отдельный электрощиток, да. И щиток будет только большой автомат, только в большом щитке. Один на один большой алюминиевый провод. И будет работать эта селективность. Сработает этот предохранитель, и тут
не будет выключаться большой рубильник. Это, да. Ну вот. Есть, короче, видео на русском YouTube, да. Там, да, по селективности есть пару видео и только короткое замыкание. Ну, там, короче, нету вот таких экспериментов, где реально вот такой плавкой, ну, это вот стандартовый предохранитель, да, делались тесты и подбирался на 25 ампер. В одном видео я видел, что есть у производителя в таблице, который работает в комбинации предохранителя с автоматическим выключателем, этим автоматом, да. Есть, короче, специальные таблицы, как там делать, чтобы... А там была таблица, как защитить этот предохранитель плавкой и какой автомат надо подобрать. Я тоже делал тест и пытался подобрать такой автомат, чтобы 10 ампер не выбивало. И, в принципе, такой B10 автомат спасает предохранитель 10-амперный от пробивания. Ну, например, этот у меня один раз при одном тесте короткого замыкания сработал предохранитель, и этот предохранитель не расплавился, а второй или третий раз предохранитель расплавился. В принципе, получается 2-3 раза при коротком замыкании. Один раз он не сработает. Ну, он на видео можешь видеть, как он нагревается до красна. Ну, не лопается. Но второй раз он, или третий раз, да, он может лопнуть. Этот держался очень много раз. Вот этот ГАГА, да, он какие-то... Я сколько тестов делал, сейчас он расплавился, да. Ну, тоже в такой комбинации, что перед этим стоял предохранитель 6 ампер, B10 и даже было 13 ампер, и, короче, эти автоматы спасали этот предохранитель от расплавления. Ну, они этот, короче, ну, более стойкий характеристик ГАГА, да. Ну, выбивало этот авто... При этом был случай, когда вот выбивало C25. Он такую фишку не дает. Плюс у этого предохранителя очень большая, у этого предохранителя, да, большая коробка, где его ставить. Он, в принципе, в таком же размере так вставляется, и он дорогой. Коробка, чтобы поставить, да, стоит где-то 2 на Алике. Смотря, ну где-то получается 2 евро или даже 3 с предохранителем, да. А этот 30 центов. Есть разница в цене, если такие ставить, ну, на каждую лампу, то, в принципе, дешевле получается просто поставить такие. Да, селективность не будет с этим, короче, если тут поставить 8 ампер, не 10 ампер, да, тогда этот автомат не будет выбивать 25, ну, будет сидеть, ну, вот, блин, дорогой, дорогой сценарий получается, ну, и, ну, смысл, в принципе, мотивации что-то с такими делать, да, пропадает из-за того, что не можно их поставить в розетку внутри. А этот, короче, да, можно поставить на розетку. И плюс я такие буду ставить на освещение, на лампочки. 20 где-то ламп на реле и 0,5 ампер. Я уже купил такие маленькие. Тоже у ламп провода будет у меня маленький. Эти свечения 0,8 квадратов или даже 1 квадрат миллиметр. Такие тонкие провода у дома поставил на все лампы, выключатели, розетки. Ну, маломощные, да. И там, чтобы защитить от короткого замыкания. Ну, там реально нужна эта защита от тока короткого замыкания, чтобы не проходило вообще большие токи, да. Чтобы не проходило. Вот и эти плавки, они гарантируют, что не пробьет, не будет там ни 300 ампер, ни 500 ампер не будет идти по проводу. Если вот тут поставить 0,5 ампер, там кажется 0,5 на 10x, это будет больше 5 ампер, короче, или в худшем случае 10 ампер по проводу просто физически не пройдет. Этот микропровод сгорит и все. Предохранитель сработает и проводка, и лампы, и все, что там, не будет, короче, этих больших токов.
Обошли то, как они могут изоляции испортить сами провода, подпортить. Да, и на розетку, да, буду розетки получать 16 амперные, а предохранитель будет на десятку, потому что, ну там, этот предохранитель может даже, ну, я предполагаю, что он может 12 ампер выдержать и 15 на какое-то на время, 1 час, или он будет только срабатывать, да, ну где-то на 15-16. Тут характеристики не написано какое-то, этот ГАГА, да, ну вот этот работает быстрее, эти. Они, кажется, Fast Fuse, быстрые предохранители, они работают быстрее, и перегрузка у них тоже меньше, и рейтинг 250 вольт, в этом 380, да, 380 RT, ну вот так, ну, поэтому это дешевый, 8 центов, это, блин, дорогой, да. Нету на YouTube комбинации это плюс это, что это типа схема рабочая и что вот селективность будет достигнута при таких маленьких, да, автоматах. По большому у большинства стоит входной автомат CS40 и больше номинала, да, тогда вот можно комбинировать. Десятка это сработает, а это не сработает. Ну, вероятность больше, что вообще можно даже делать без предохранителей, но это зависит от электросетей, не от этих. Ток короткого замыкания у этого этот может пропускать даже 1000 ампер. Тут написано, что он вообще до 4000. Вот. За 6000 ампер он будет работать. За теорию он может на миллисекунду пропустить ток даже 3-4 и, короче, на много тысяч ампер и нет препятствия. Вот эти плавки, они делают физические препятствия у этого тока, пусть через эту маленькую спираль просто не пройдет больше, ну, 10-кратный или 20-кратного там тока. Вот, ну, по экспериментам так получается. Я делал тесты, искра у него меньше, это означает, если искра меньше, то ток тоже меньше и не пробивает. Без этого, да, пробивает линию, ну, сколько есть в розетке, эти электролинии, ток КЗ столько и пробьет. Так что это получается, что аналоговые, они защищают лучше, да, и плюс еще один аспект, это сервис, обслуживание, эти надо только визуально посмотреть. Ну, если сгорает, то ставим новый предохранитель, а если сработает этот, то по идее надо тестировать, проверять, как он работает, и в течение 3 или 5 лет, ну, рекомендуется через 2-3 года, да, делать диагностику, потому что это механизм. Автомат это механизм, и их надо, ну, проверять электрические характеристики, характеристики срабатывания, еще фиг знает что, да. Ну, конечно, никто не проверяет, да, ну, по сути, может там внутри пойти какая-то коррозия или еще что-то. Ну, и тут не видно, будет он работать или он будет только как ключ работать, механический выключатель, а тут наличие коррозии, да, будет видно, есть коррозия, да, есть. Если тут что-то вскородирует, то я думаю, что он, этот предохранитель, он сработает быстрее, чем ему надо было бы сработать, и просто надо будет его поменять. И когда идет замена, тогда, ну, или весь корпус надо, может тоже корпус поменять. Но надо подобрать такую величину, чтобы прибор, который подключен, работал нормально и не выбивал предохранитель. Это тоже бонус. Если у меня тут стоит холодильник или водонагревательный, это чайник, да, то в одном случае холодильник могу поставить, ну, сколько там он жрет, мало, 4 ампера или... у чайника вот 8-10 ампер. Если мобильный телефон, зарядка, знаете, маленький, да, там вообще 0,5-1 ампер ставить и все. И он будет защищать
откоротковать устройство зарядки, и вдруг зарядка начнет там спалить. Короче, видишь, получается, с этим можно подбирать такое сопротивление, чтобы защитить прибор, который подключен к розетке, а эти автоматы ставить, чтобы защитить провода. Ну, теперь уже ставить такие автоматы, чтобы защитить, короче, саму розетку, эти 10-амперные, думаю, чтобы саму розетку, розетка макс 16 ампер, да, это уже типа уровень защиты выше, чем защита проводов, да, защита самой розетки. И ну, следующий уровень защитить само устройство, которое подключено к розетке, да. И тут надо подобирать под само устройство, да, и это можно только сделать с такими дешевыми решениями. Если покупать такие автоматы, ставить тут на каждую розетку, чтобы защитить какой-то прибор, приборы меняются местами, можно там, но тут надо будет вынимать розетку и вставлять другой предохранитель, да, ну вот 8 центов предохранитель, а тут 2,5 евро. Если сначала закупить такие десятки по 2,5, то может надо будет 6 ампер или 2 ампер, я, конечно, маленький был 1 ампер, что-то менять, а потом где эти выбрасывать. Ну, такой за 8 можно поставить один, будет держать, не будет, поставим другой. Вот такая фишка. Короче, в принципе, защиты, да, что защищать оборудование, которое, да, подключено к розетке, не саму розетку и провод. Это самое минимальное, это типа самый крайний сценарий, минимум получается у всех, которых есть, да, это автомат, который защищает провода, только провода, чтобы провода не грелись, не разжигались, да, ну, а розетки не защищает, и сам прибор тоже не защищает от короткого замыкания и всяких там перегрев. Это самый минимум, самый максимум, это вот мой сценарий, самый максимум, когда думаем по защите самого устройства, которое, короче, подключено. Эти все компьютер, монитор, и если там что-то происходит, да, какое-то короткое и что-то не работает, то должен сработать предохранитель, и надо или выбрасывать прибор, ну, чтобы проводка у самого устройства не загорелась и что-то плохое не случилось. Вот такую схему я нигде не нашел с такими предохранителями и с вот таким маленьким автоматом C25, да, который работал селективность, чтобы была эта селективность, чтобы сработал один, а другой остался целый, потому что тут много устройств. Если сработает розетка одна, то она отключится, только одно устройство, а остальные будут, короче, работать. В том это фишка. И если одно не работает, у меня тут будет 20 розеток, можно всегда переключиться на дополнительную розетку, где стоит, ну, нормальный предохранитель и предохранитель побольше. Так что резерв у этой системы тоже есть, да, не будет так, что одна розетка сработает и все, да, и больше нет, да, у меня там очень много этих розеток, можно один раз в 5 лет купить эти, и если какие-то розетки сработают, да, то просто, ну, взять какой-то день, скрыть и поменять предохранитель. Не будет, думаю, что не будет такого, что каждую неделю надо будет менять предохранитель. И да, сервис обслуживания, это тоже, эти можно оставлять и в принципе забить, ну, пофиг забить, а эти по теории надо обслуживать, проверять, как они работают, нет там коррозии и вообще будут они срабатывать. Это тоже такой аспект. Это старая технология, это новая, но это старая в этом формате, она очень, конечно, дешевая.
Этот вариант, короче, дорогой, да. Дорогой. Если этот и этот, то этот получает подешевле.